В четверг вечером на пересечении улицы Демидова и Пограничного переулка произошло серьезное ДТП. Выезжая с второстепенной дороги, водитель ВАЗа не пропустил «Шевроле». Как позже выяснилось, молодой человек, допустивший столкновение, вообще не имел права управлять транспортным средством. К тому же, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. По крайней мере, от медицинского свидетельствования водитель ВАЗ-21099 отказался. В результате происшествия получили телесные повреждения водитель ВАЗ, который с ушибом груди слева, ушибом правого тазобедренного сустава был доставлен в первый травмпункт. Пассажир автомобиля ВАЗ 86-го года рождения, который с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом головы и груди, оставлен на месте. И пассажир автомобиля «Шевроле» 80-го года рождения, который с ушибом грудины оставлен на месте ДТП. Водитель «Шевроле» трезв. На водителя ВАЗ составлен административный материал по факту отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Также в отношении одного из пассажиров автомобиля ВАЗ был составлен административный материал за передачу права управления транспортным средством лицу, заведомо лишенного водительского удостоверения.